Привет! Компания Huawei в рамках своей презентации официально анонсировала Watch 3 и Watch 3 Pro. Это первые умные часы на фирменной операционной системе Harmony OS. Давайте рассмотрим новинки. Подписывайтесь на канал. Поехали! Обе модели получили сенсорный AMOLED-экран круглой формы, который прикрыт защитным стеклом. Часы оснащаются функцией отслеживания уровня кислорода в крови и сердечного ритма. Есть и пачка спортивных режимов. Кроме того, в наличии функции мониторинга мытья рук, обнаружения падения, автоматический экстренный вызов на случай чрезвычайных ситуаций и поддержка eSIM. Беспроводная зарядка прилагается. У Watch 3 Pro в наличии двухдиапазонный GPS-приемник, который обеспечивает более точное и стабильное определение местоположения. Базовая модель предлагает корпус из высококачественной стали, а задняя крышка тут из керамики. Корпус Pro версии выполнен из титана, задняя крышка керамическая. С помощью Watch 3 и Watch 3 Pro пользователь может управлять камерой подключенного смартфона, к примеру, можно выбрать режим съемки или настроить фокус. Из программных фишек можно отметить анимированные иконки и циферблаты. Последние можно сделать самому на основе фото или картинки. Кроме того, производитель говорит о плавных анимациях, что тоже радует. Huawei Watch 3 проработают на одном заряде 3 дня в стандартном режиме и 14 дней в энергосберегающем. Для старшей модели эти показатели составляют 4 дня и 21 день соответственно. Часы можно купить с силиконовым и кожаным ремешками. О стоимости часов Huawei сообщит уже скоро, в ближайшее время. Начало продаж выясняется. Напишите, как вам новинки, подписывайтесь на канал, впереди много интересных новостей. Пока-пока.